Праздничный ажиотаж добрался и до главной площади набережных Челнов. А Затлык во всей своей обновленной красе встречал челнинцев и гостей города. На площади разместилась выставка под открытым небом от картинной галереи. Полотна с татарскими мотивами оказались на одной волне с настроением дня. Гости праздника восхищались не только искусством, но и преображением Азатлыка. Прекрасна площадь. Вот когда мы с мужем первый раз пришли, я не увидела красоту этой площади. А когда поднялась вот на эту эстакаду, или как она называется, винтовую, да, я увидела все так оригинально, здорово. Все очень нравится. Наконец-то у нас появляются в городе места, где можно приятно прогуляться с детьми, да, полазить, попрыгать. Праздничный концерт развернулся перед амфитеатром. Места хватило всем желающим. Свои патриотичные, романтичные, яркие и просто веселые номера представили творческие коллективы. Так с песнями и танцами челнинцы встречали последние выходные лета и любимые многими День Республики и День города. Да, это величественный праздник не только для нас, но и для всего города, народа. И да, я патриот своего города.